Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Я нахожусь в бюджетном магазине Купуш. Ну и, конечно, финал сейл. Вот такие распродажи везде накидано, наложено. Будьте любезны, придите померить, купите. Ну и, конечно, народ, помните, если вы по интернету заказываете в примерочную какие-то вещи, всегда смотрите адрес, куда вы это заказываете. В Тампере у нас много Купушов есть и в центре города, чтобы не получилось так, вы заказали, например, в Лиалахте, а привезут в центр Тампере, и вам придется на автобусе ехать. Ну и много нижнего белья. Купите 3, заплатите за 2, выбирайте, что вы, пожалуйста, хотите. Ну и, конечно, размеры есть, все очень красиво висит. Хотите вы стрингит, хотите вы максит, хотите вы боксит, хотите вы хипстерит, все это есть. И, конечно, есть размеры, про что я всегда говорю. И в Финляндии нижнее белье мерить можно, и, конечно, это делать нужно, потому что даже купив, вот казалось бы, все время вы покупаете 85C, и вы можете прийти, даже какой-то материал поменяется, немножко нитка, да, может быть больше, меньше и так далее, конечно, мерить надо, если не хотите, чтобы это были, как говорится, выкинутые, выброшенные деньги. Ну и нижнее белье передарить практически никому невозможно, очень редко совпадают фигуры, и поэтому мерить все, конечно, надо. Ну и большие сейлы еще есть, потому что начинается осень, начинается вот такие новые поставки, и много, две штучки можно взять за одну цену или большущие скидки. Ну и, конечно, если мое мнение спросите, я сразу вот к таким трикотажным черным и темно-синим леггингсам подошла. Я обожаю, я в таких хожу практически всю зиму. Они мне подходят под туники, под платья, они хорошо попадают в мои сапоги и так далее. Ну и потом, когда они уже такого вида, как говорится, их можно доносить дома. И мне безумно нравится, что здесь вот такая резинка. То есть даже когда ты сидишь, не получается так, что не вздохнуть, не выдохнуть. Ну и если талии нет, сюда можно вставить еще вторую резинку, сделать маленькую дырочку и вставить широкую резинку. Ну и цвета самые вот такие классические, темно-синие, вот такой нави, черный, в серые, в двух цветах. И стоят они ровно 14 евро 99 центов. Ну и в Купуше, конечно, большой сейл. Я сама обалдела, думаю, приду, посмотрю, что уже повешено на осень. Ну и со всех джинсов минус 10 евро. Это все понятно, конечно, все сейчас направлено на то, что люди, придите, что-нибудь купите на осень. Лето практически уже на подходе, хоть еще очень тепло, да, тепло еще до сих пор, люди многие ходят, молодежь, и в шортах, и в футболках, и так далее, но есть люди, которые уже чуть ли не в зимних пальто. Но это опять же, во сколько человек вышел с дома. Если он вышел в 5 часов и он крутит педали на велосипеде, да, конечно, очень холодно. Но если ты выходишь в 12 часов из дома, да, конечно, совсем это другая погода. И хуппары, вот такой худи, нормальная цена 29,99, и сейчас с этого 10 евриков скидка, значит, получается 19,99, и нету никаких надписей, и я про это тоже много раз говорила, во многих рабочих местах запрещено рекламировать, то есть ты не можешь прийти, где написано «I love you, baby», или я «I love you» что-то другое, конечно, вот такое, где ничего нету, но name, как говорится. Вот такие во многих фирмах приветствуются. Да, и они все равно очень миленькие. Цвета есть, как говорится, на весь вкус. Вот, пожалуйста, есть белый, есть вот такой Бурбери, желто-темно-синий, манго серый, зеленый, ну и самый, конечно, распространенный, я думаю, черный. И, может быть, даже черный кто-то купит, и мужчина, хотя Купуш женский магазин. Ну и потихонечку начинается, вот, будьте любезны, уже, как говорится, осень. Да, как хорошо мы ждали лето, как мы долго ждали лето, и как быстро оно кончилось. Но какое в Финляндии было шикарное лето в этом году, и много новых цветов. Вот
этот цвет Бурбери, конечно, на камеру, может быть, он кажется немножко и другим, но цвет очень приятный. И под этот цвет у нас есть вот такие вязаные. Ну, если моя мама бы жива была, она бы сказала: Оля, какие ретузы. Ну, это, конечно, не ретузы, это вязаные леггинсы. Ну, я думаю, с каким-то даже свитером молодые купят и будут ходить, как говорится, вот в таком тренде. Но мне они напоминают вязаные ретузы, стоят 29,90. Ну, а с другой стороны, почему бы нет, и в таких ретузах наверняка можно бы отходить. И вот эта новая штучка у них. Манишки. Манишка тоже здоровская. Посмотрите, какая прелесть. Можно одеть вот так, типа свитером. Сюда вставляются руки. Завязать завязочками. То есть вот такая манишка. Просто прелесть. И под какую-то куртку и так далее. Стоит 24,99 €. Да, конечно, если даже ты вязать умеешь такую манишку, нету смысла вязать, если за 24 € можно купить готовую. Ну, и часто я смотрю на молодых, у них обалденно большие вот такие толстые шарфы. Такой шарфик стоит 29,99 €. Но голые ноги. Вот это тоже мода такая, что большие шарфы наверху, но полуголые ноги, эти щиколотки. Ну, вы же понимаете, молодым, конечно, не холодно, поэтому, да, вот так они ходят. И эти ретузы есть во всех цветах. Вы посмотрите, какой тифани цвет тоже есть. Вот есть тут такая же кофточка и такая же курточка под цвет этих ретуз. Но красота! Да, вот никогда не знаешь, какая мода будет. И теперь мода вот таких ретуз. Ну, я думаю, что эти куртки продаются у нас круглый год. Финны многие имеют такую куртку и зимой, и летом. Потому что летом у нас бывают такие дни, что 5 градусов тепла. Вот такое лето, которое было сейчас, это вообще, конечно, в Финляндии большая редкость. Ну, а с другой стороны, сейчас вообще вся Европа изменилась. И Германию заливали дожди. Во Франции тоже девочки рассказывали, очень холодно. А у нас было 30 градусов. И, конечно, финны к такому климату не привыкли. Мони, многие покупали кондиционеры. И кондиционеры были все проданы. Там чуть ли не 4 недели была очередь на эти кондиционеры. Вот хотите верьте, хотите нет. Ну и пиджаки вот с такими шортами. Лен. Еще продается блейзер. Стоит 69,99. Там 52% лен, 48% катон. Очень вот такой, на мой вкус, приличный. Да, и 39,99 шорты. Посмотрим, как сделана подкладка. Подкладка сделана хорошо. Здесь есть вот такое, такой загиб. Если загиба нет, садишься, подкладка может лопнуть. Ну вот, когда сделано вот так, да, это, конечно, хорошо. И у нас это премиум лен. И хорошие пуговицы натуральные. Ну, карманы можете открывать, не открывать. Здесь уже карманы открыты. И точно такие же рубашки 39,99. Это 100% лен. И такие брючата у меня тоже есть. В этом году они остались ненадеванные. Ну, если на следующий год будем живы, обязательно достану. 49,99. Такие брючаты просто прелесть. Да, много красивого здесь, конечно, есть. И я думаю, что в этом плане этот магазин очень бюджетный. Хорошие молодые девчонки-продавцы. Приходите, все покажут, все принесут в примерочную. Если свистните, крикните, вам принесут больше-меньше. Это тоже всегда здорово. И мне нравится. Здесь рядом детская площадка. Если вы шопите с ребенком, можно оставить тусить вот здесь, на этой горке. Это тоже все очень здорово. Ну и вот такой медвежонок стоит 39,95. И сейчас скидка 29,95. И большое количество топиков, футболок. Конечно, Губуш отличается в этом плане, что здесь всегда очень модно, много бейзика. Очень много бейзика. И, конечно, скидки. У меня кровью сердце обливается, когда я, народ, смотрю вот на это. Да, минус 70%. И посмотрите, сколько осталось. Но это понятно, туристов нету.
вроде как и народ тусуется, но кто что покупает, это, как говорится, одному Богу известно. Многие это хоть и меряют, но ничего не покупают. Да, денежки люди тратят очень-очень осторожно и считают лучше не покупать вообще, чем покупать в долг. И я рассказывала во многих видео, что многие отказались от карточки банковской, которой можно платить в долг. Да, вот эту визу разрезали просто пополам. И правильно. Главное, чтобы не делать из себя банкротов. И не получается так, что ты накупил всего, а потом у тебя в банковском счете, как говорится, по большому минуса. Да, всегда с холодными мозгами. И вот эти флисы, костюмы, одно время их было везде и всюду, потом они пропали, и посмотрите, опять народ эти флисы, костюмчики появились, брючата и вот такой верх. Ну, это очень миленький, даже если по дому вот в такой холодный зимний вечер здорово такой костюмчик одеть. Размер есть до 3XL, это не маломерки, 29,99 стоит низ. И свитерок у нас есть двух сортов, с капюшончиком и без капюшончика, стоит 29,90. И посмотрите, какие цвета. Есть молочный, бежевый, холодно-розовый, серо-синий, зеленый, и синих прямо три цвета. То есть есть вот такой кобальтовый, ночной и темно-синий. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампере. Всем физкульт-привет!